Всем привет, это канал Canada Cars, автомобили из Канады во все страны мира. Сегодня мы с лейблом Copart. И вот я вам расскажу про этот Mercedes, очень интересную схему бизнеса. На этом Mercedes'е можно заработать 10 тысяч евро. Не поверите, 10 тысяч евро прибыль с этого Mercedes'а C-класса 2017 года. Значит, машина на рынке Германии, такая чисто 2017 года C-класс, стоит около 30 тысяч евро. И рынок Германии — это не рынок Украины. А ремонтироваться она будет в Украине. Схема обалденная, но все детали мы уже, естественно, рассказываем и консультируем наших клиентов, непосредственно наших клиентов, которые с нами работают. Собственно говоря, про эту машину я вам сейчас покажу детали. Машина заводится и едет, чистый 17-й год. И пробег всего 20 с копейками тысяч километров. То есть очень маленький пробег. Ну что, давайте я вам теперь ее покажу. Так, ребята, ну вот этот Mercedes C-класса. Давайте его пройдемся с вами. Это хорошая комплектация, совсем не бомж-пакет. Вот вы можете посмотреть. Камеры 360. Панорамная крыша. Очень красивый голубой перламутровый цвет. Машина, она была, получается, аварийная, да? И как не то, что была, она немножко аварийная, и вот ее фактически почти она восстановлена. Ну вот, видите, то есть какие-то мелочи остались, которые здесь не сделаны у этого автомобиля. То есть все запчасти абсолютно вижу, что идут оригинальные. Она сейчас стоит заведенная, у нее ледовские, видите, реснички, светодиодные эти фары. Давайте откроем капот, посмотрим. Двигатель у нее 2.0. Вот моторчик работает. И самое интересное, что у нее полный багажник и полный салон запчастей, тех деталей, которые еще не установили на эту машину. Давайте сейчас, как говорится, пройдемся. Смотрите, какие нюансы. Лобовуха разбитая у него, видите, пока лобовуху не меняли. Номер лота, ну вот вы видите, это на Копарте в Торонто приобреталась машина. 41-71, 49-81. Это Mercedes 2017 года, C300. Полный привод. Причем, как говорится, чистый 17-й год. Где этот шильдик? Нету. Ну, машина чисто 17-го года. Окей, давайте пройдемся по деталям. Что у нее не так? Она еще... Ну, видите, у нее нет подкрыльника. То есть, вот, нет подкрыльника. Диски, ну, крутые, классные. Резина Мишлен. Зеркало. Ну, вот, смотрю, оно разбитое. Надо будет его чинить, делать. Нету карточки дверей, но нету установленной карточки дверей, но она в салоне, сейчас вам ее покажу. Нету эрбэга, ну, соответственно, я не могу подвинуть даже сиденье, потому что вся регулировка сиденья находится вот здесь. Вот если вы посмотрите на ту дверь, вот так же. Нету эрбэга, машина в крутой комплектации, видите, сколько всяких цацек-пецек у нее. 360 по кругу, линии держит. Теперь дальше. У нее... Так, давайте пройдемся. Что у нее можно... Ах, елки-палки. Куча ошибок у нее, конечно, горит. Бензина, елки-моталки, сколько... Значит, понятно, что airbag светится, понятно, что там ручник. Все у нас, видите, в километрах полностью, 100% европейская версия, в цельсиях, ну и в литрах, естественно, да. Airbag'а нету. Камера, все эти цацки, все это есть. Даже вот колпачок от двери, видите, от замка двери. Так. Панорамная крыша. И теперь давайте попробуем поглядеть, что... Так, сейчас, секунду, я открою, так как только здесь у нас имеется центральный замок.
приходится по примитивной схеме идти. Так, ну сзади все четко, и смотрите, у нее есть, вот они, эти карточки двери. Вот первая, можно даже вручить, Виталий поможет показать, и вот она, первая карточка двери. Все супер-пупер. Причем клиенту идет подарок вторая карточка двери. Если человек захочет, он может поставить бежевый салон у нее сделать. Вот вам, две карточки двери. Но так как все-таки здесь дерево, видите. Короче, вам полно карточек дали. Вот в придачу, смотрите, вот и третья карточка двери. У меня рук не хватает. Крутая, кстати, музыка у нее. Ё-моё, у нее музыка. Они ошиблись и купили, видите, от самой дорогой комплектации эту карточку двери, но не установили ее. Ну, кстати, у машины он подогревы сидений, все дела, все есть. Ну, то есть, скажем так, есть с чем поковыряться нашему клиенту. Алексей, Людмила, как говорится, вот вам Тетрис в подарок. Да. Вот собирайте, делайте и даже можете лишние детали продать. Фонарик есть, зазорчики четкие. Камера заднего вида, вот она тоже открыта, видите. Так, ну что, давайте хоть я так попробую хоть что-то показать, что в этом багажнике, я даже не знаю. Ну, куча всего, все связано с обшивками, видите. Вот пластики. Вот, кстати, подкрыльничек, видите, который отсутствует. Вон он, пожалуйста. Есть трубки радиаторов, я не знаю, по-моему, радиаторы на месте. Ё-моё, по-моему, еще одна карточка, смотрите, двери. Четвертая, ребят, ну вам просто тут поле деятельности такое, что вы можете целый день разбирать, собирать и выбирать цвет, который вам больше понравится. Коврики есть, видите. Ой, ну тут много хлама, резинки всякие. Все есть, ничего не украдено, все на месте. Фонаря этого нету. Но, подождите, может быть, он даже имеется где-то здесь. Так, давайте глянем, что здесь у нас. Опа, упала карточка двери. Ничего страшного. Так, попробуем, может быть, тоже какие-то детали здесь. Ага. Накладка Mercedes-Benz. Еще какие-то модули. Короче, здесь недособрана машина. Виталий, а может глянем, может быть, какие-то крупные детали вытащить, и там видно будет. Фонарь есть, может, у нее? Или... Мы ее не сложим. Потом не сложим, да? Короче, это будет вам сюрприз, как говорится, если он есть, то он есть. А если его нету, я вот не понимаю, если там он... Где-то вдалеке там есть, не видно, нету. Нет, я не вижу фонаря никакого. Хотя, оно... Может, вот это приподнять просто, вот это все дело? Есть, а нет. Нет? Не видно. Нет. Ну, значит, фонаря нет. Фонаря нету, но... Багажник, самое интересное, он закрывается. С кнопочки причем. Так, ну здесь в салоне, вы видите сами, здесь сиденье не посажено на место. Тоже, кстати, датчик угла мертвых зон есть, видите, в зеркалах. Короче, ну, ребят, это реально Тетрис, придется его собрать, доделать эту машину, мелочевки все поставить на место, какие-то, смотри, вот резинка от дверей, вот такая же, как здесь, только от той двери. То есть ее надо будет установить. Аэрбэк, что с аэрбэком? По-моему, да, аэрбэк, все на месте. Зеркало крутое тоже. Интересное. Ну, лобовуху надо будет менять. Вот я вам покажу, что в бардачке у нее. Какие-то книжки. Так, ну вот такая машина. Ее надо будет сделать, собрать. Что, Виталий, тогда ставим на место все в салон, наверное, все эти карточки попробуем проехать, проедешь и покажешь, как она едет. Дело в том, что Виталий проедется, покажет вам, потому что я не помещаюсь. А дело в том, что я бы без проблем, но, видите, все регулировки,
водительского сиденья, видите, они находятся на вот этой вот карточке двери. А так как она не установлена, соответственно, сиденье подвинуть невозможно. Она близко к рулю. То есть я не вмещаюсь в этот автомобиль, поэтому Виталий вам сейчас покажет, как она ездит. С ручника развернется где-то, что там. Ну давай тогда погрузим эти все штуки на место. Что? Давай для них сфоткаем столько карт. Да, ну тогда надо будет, да, действительно сфотографировать для наших клиентов сейчас. Действительно, тогда сейчас сфотографируем для наших клиентов всю вот эту красоту. Пусть видят люди. Окей, мы фотографируем и возвращаемся к тест-драйву. Ну что, мы сейчас делаем погрузку этих всех штучек обратно в салон. Аккуратненько, чтобы мы ничего не поцарапать. Прямо, наверное, да, вот этой частью. Вот этой частью сверху здесь, чтобы не поцарапать. Нет, вот так вот. Внутренний к внутренней, да. И, наверное, следующую, как мы поставим так, чтобы не зашкрябать ее. То, наверное, так, да, поставим. Аккуратненько. Ну все. Виталий сейчас вам покажет мастер-класс. Кстати, вот ремень не заблокирован, все нормально. Да, ремень он не заблокирован, все четко. Сейчас Виталий вам покажет мастер-класс езды на суперкаре. Делаем... Делаем круг вот здесь просто, да? А я поснимаю. Еще раз важно отметить, что у этой машины есть специфика документов, по которым мы вас проконсультируем. И эту машину без всяких проблем можно продать на рынке Германии. И никто там не бегает ни с какими приборчиками, не тыкает. И прибыль 10 тысяч евро. Прибыль большая на эту машину. Естественно, она должна ремонтироваться в Украине. Ну что, тест-драйв. Так, ну еще раз подчеркиваем, что вот эта машина, она имеет специфику по документам, то есть ее реально завести и поставить на учет в Германии. То есть рынок Германии — это вам не рынок Украины, что по финансовой наполненности. То есть в Украине, ну, вы не продадите эту машину за 30 тысяч евро, в Германии запросто, потому что там те же кредиты, все как всегда люди берут. Они не считают, сколько она стоит сразу, они считают, сколько платить в месяц. Ну, естественно, никто не бегает с приборчиками, там, не тыкает в нее. Машина... Население. Да, и менталитет населения. То есть они покупают. Количество людей. Другие. Да, количество людей — это практически 100 миллионов богатых людей. Так, ну, теперь я поехал. Так, ну что, вон Виталий сейчас делает мастер-класс вам по этой машине. Как говорится, профессиональный дрифтинг. С ручника развернемся немножко. Ну, посмотрите, какой красавчик, как он круто смотрится, а, этот Мерседес. А, вот супер машина. Да, она едет, представляете, без всяких проблем, без всяких, как говорится, конечно, она немножко недопочиненная, скажем так, да, недоделанная. Но при всем при этом она очень замечательно выглядит и очень классно собрана. Но это вам совсем не такие машины, которые, вот видите, стоят на складе у нас, мятые, помятые, побитые и так далее. Так, ну все, эта машина грузится. То есть это не помятая машина, как вот те машины. На этой машине есть реальный бизнес. И если мыслить более глобально, не думать только о своем каком-то пруду, то можно зарабатывать, не знаю, в десятки раз больше.